Разминка обычная, с акцентом на вращение суставов перед этой всей фигней, проработка всех, то есть стандартные пальцы. И особенное внимание, спина, это любые наклоны, это любые скручивания, это всякие круговые движения. Спина должна быть разогрета. Вот. И, соответственно, после того, как вы все это сделали, переходим, собственно, к разминке. Разминка. Берем гирю и по 10 раз в каждую сторону над головой. Сюда 10 раз, сюда 10 раз. Без передышки. Опустили, подышали. Отдышались. Второй эпизод разминки. Взяли гирю и забрасываем ее до плеча снизу вверх всем телом. По 10 раз в каждую сторону. Это мы продолжаем разминаться. Отдыхаем. Отдохнули. Взяли. И теперь с плеча. Тоже по 10 раз в каждую сторону. Что снизу, что сверху. Движение должно быть не монотонное. Типа встали, качаемся. А взрывное, как характеристика любой ударной техники. Взяли, если снизу, то сверху. Отдышались. На этом разминка заканчивается. Начинается основная работа. Упражнение номер один. Это вот такая фигня. Встали, присели, ногами вытолкнули гирю до максимально вдоль тела, до положения на грудь, спина прямая. Встали. И упражнение номер один. Полуприсед. Поднялись, выжили. Не на плечо гирю, никуда, четко здесь. Сели. Сделали, пока рука не отвисла, поменяли руки, поставили, в общем, когда умерли, отдохнули, после добивочка, встали, тоже закинули гирьку на грудь и толкаемся ногами. Именно на резкость. Не рукой. Ногами выталкиваем. Оп. Присели. Это так называемый толчок. Сгибли все.